И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова Карлик Ситри. И мы проходим Resident Evil 2. Сценарий за Клэр. И, в общем, как вы видели, там сейчас наверху лежит верхняя часть тела Брайана Айронса, шефа полиции Raccoon City. Ну и кто его съел? Опа. Привет, Билли. Воу. Нихера себе терминатор, сука. Опа. Ух, ё-моё. Воу, 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 ты остынь, братюнь. Остынь, я сказал. Воу. Проблемы? Бля, ну ему не повезло. Особенно, потому что я нереально крут. Интересно, во сколько обошлась вся эта пещера и прочая херня Брайану Айронсу, а? Понятия не имею, но судя по его психическому состоянию и извращенному вкусу, это ему не дешево обошлось. Вот вы только посмотрите. Вот, например, здесь. Формалин, хлороформ и другие химикаты. Или еще здесь вот что-то лежит. А, нет, это рукомойник. Видите, тут какие-то древние топоры, цепи, крюки, какие-то инструменты для пыток, кровавый фартук. Бля, да он на голову ебанутый. А еще шеф полиции называется. Просто средневековая пыточная какая-то. А интересно, он тут снимал снаф фильмы? Понятия не имею. Возможно, но вряд ли. Так. Клэр, ты вернулась. Не могу поверить в то, что ее родители ответственны за разработку G-вируса. В чем дело, Клэр? Да ничего. Но я думаю, мы должны идти дальше. Здесь очень небезопасно. Но... Не волнуйся, я защищу тебя. Просто не покидай меня. Да, однако Клэр хорошая девушка. Возможно, из нее выйдет хорошая мать. Жаль только, что Шерри не может так же быстро бегать, как и Клэр. Но она же подросток все-таки. Блин, не дело, конечно, показывать ребенку такие вещи. Да, жаль, что не было никакого другого гуманного способа провести ее в эту пещеру. Хотя, когда рядом такая добрая девушка, как Клэр, да вдобавок еще и с гранатометом в руках, волноваться, в общем-то, не о чем. Так. Пошли дальше, девочка. Так, что такое? Давай, выбираемся отсюда.
Да твою мать! Клэр? Тихо. Блин, беги! Блин, как же уже все-таки заколебал этот терминатор ебучий. Ну что теперь? Воу! Шерри? Ты где? Шерри! Охренеть, что это было? Так, шлюз открыт. Блин, какой засранец спустил девочку в трубу, а? Я не знаю, но я... Но если я встречу того, кто за это ответственен, я ему рожу порву. Хотя все будет намного гуманнее, чем... Чем у шефа полиции. Все-таки я человек, а не зверь. Так, ну это мы уже читали. А где вот ящик-то? А, вот. Вот он. Вот, вот он. Вот он, мой хороший. Так, ладно, меняем на пулемет. Кислотные заряды убираем в сундук. Так, где здесь еще были? Вот, еще где-то должно быть. Вот, все. Теперь мутим травку. О, это называется серая панацея. Полностью восстанавливает здоровье и убирает любые симптомы отравления. Рекомендовано всеми торчками мира. Ну, наверное. Блин, вот я не знаю, мне брать вентиль или нет. Ну да, ну давайте будем считать, что не надо. Ой, да кто я такой, чтобы не взять этот вентиль? Давайте, с ним как-то спокойнее. Так, тайничок. Ух ты! А здесь я использовал отмычку. Круто. It's cool. Как сказал бы Бивис. Не, стоп. Как сказал бы Батхед. Так. Ага. Строим материал тут, что ли? Ёпта! Жамшут! Так, тут у нас чё? Должно же тут что-то быть, верно? Да? Вау, да я оказался прав. Здесь оказался целый колчан болтов. Так, что у нас еще есть? Здесь пусто. Может, в этой секции? Пусто. Здесь? Пусто. О, круто. Кластерные снаряды. А здесь что? Оп. Так. И что, все? Как-то маловато патронов. Так, что тут у нас? Это случайно не сюда девочку смыло, а? Но раз тут тупик, то ясен хрен, прохода нет. Значит, придется валить отсюда. Так, ну ладно, спускаемся вниз. Интересно, а Леон ведь, кажется, все еще там лежит, да? Ну, наверное. Опа!
Что случилось? Ты ранен. Я встретил странную женщину. Ее зовут Ада Вонг. После этого кто-то пытался убить меня. Почти убил. Ада последовала за снайпером. Я волнуюсь за нее. Ты должна найти ее. Но тебя подстрелили. Я в порядке. Просто присмотри за Адой. Ну ладно, так уж и быть. Сохраняемся. Итак, на этом я заканчиваю свою серию. С вами был Карлик Свитри. Пока.